Здравствуйте, друзья! С вами компания Ихлас International, и я Рыспаев Нурсултан. Сегодня мы находимся в комплексе премиум-класса, премиум из всех премиумов. Смотрите до конца, и вы это поймете. Квартира подходит под ВНЖ, квартира 4 плюс 1, 200 квадратных метров. Просто шикарная. Давайте смотреть вместе, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Будем рады вас встретить в Мерсине. И вот, друзья, давайте далее покажу вам квартиру. Квартира просто сногсшибательная, друзья. И у нас цена на нее очень-очень вкусная, друзья. Те, кто здесь живет, возможно, знают этот комплекс. Возможно, очень часто смотрели на этот комплекс, любовались ею. И всегда представляли жизнь в нем. А многие риэлторы знают, что в этом комплексе квартиры очень дорогие. От 10-13 миллионов лир и выше, и поэтому многие сюда даже не приходят рекламировать, друзья. Но у нас цена значительно низкая, и эти квартиры у нас подходят под получение ВНЖ 100%, также добить гражданство. Комплекс просто премиум класса, квартира просто люксовая. Все при себе, друзья. Здесь у нас комната для жарки с вытяжкой. Отличная просто кухня, друзья. Проход в зал. Здесь у нас прихожая. На площадке всего две квартиры, друзья. Это у нас вестер и два больших лифта. Тут также у нас есть гардеробная комната. В прихожей прям есть вестер и гардеробная комната, друзья. Здесь у нас расположен общий санузел, очень удобный, не а-ля турка. Также детская спальная комната. Со встроенными шкафами. Комнаты на самом деле большие, друзья. Возможно, на видео вам покажут они не такими. Но видео есть видео, как мы все это понимаем. Тут у нас санузел. Для двух детских комнат есть свой личный санузел. Здесь у нас душевая и туалет. Очень просторно все, друзья. Все сделано с душой. Также, пройдя далее, у нас здесь прачечная комната. Тут место под стиральную машину и сушилку. Также под бытовую химию и грязное белье. Далее у нас идет гардеробная, то есть шкафов здесь предостаточно. Тут полочки для часов и запонок. Также детская спальная комната, еще одна, также со своими встроенными шкафами, с выходом на балкон и санузел. Раздвижные двери. Пройдемте с вами в родительский санузел, друзья.
Очень просторный и большой родительский санузел с большими душевыми кабинами, друзья. С окошкой, с сушилкой. Зеркалом, также с местом, где можно присесть. Это у нас очень большая родительская спальня, то есть мастер-бедрум, в котором есть хорошая прям гардеробная комната. Двери раздвигаются, то есть при желании их можно закрыть. Пройдемте в балкон. Окна смотрят в три стороны. На площадке две квартиры, два лифта, друзья. Далее покажу вам комплекс. Оставайтесь с нами. Друзья, комплекс действительно премиум-класс. Почему? Такое ощущение, как будто сам комплекс построили на территории уже готового зеленого парка. Наберитесь терпения. Видео получилось немножко длинным, но комплекс, сама квартира того стоит. Давайте смотреть далее, друзья. И вот, друзья, я уже спустился. Мы уже в фойе. Выходим на территорию. Территория очень ухоженная, друзья, очень красивая, очень зеленая. Комплекс не словами, а делом, друзья, премиум класс. Я здесь впервые, друзья, здесь свой сад есть, оказывается. Очень большая зеленая территория. Инфраструктура просто бешеная, друзья, на самом деле. Жаль, что зимой не приехал. Ну, зимой этой квартиры у нас не было. Лавочки. Все по высшему уровню, друзья. Там у нас зона барбекю. Тут классно все, друзья, на самом деле тут классно все. Раковина, барбекюшница. И, наверное, пройдемте так, наверное, да? Потом дальше. Оставайтесь с нами, друзья, обязательно досмотрите это видео. Описание, полное описание всегда под видео, под шапкой профиля. Такое ощущение, как будто комплекс построили на территории парка. Тут птички. Слышно, не слышно вам? Вон там у нас бассейн. К нему тоже сейчас дойдем. Тут есть закрытый бассейн, сауна, хамам, фитнес-зал. Так что все еще впереди, друзья. Кадры с дронов также будут в ленте. Комплекс очень ухоженный. Просто шикарно. Шикарно все на самом деле. Вот тут тропинка есть. Давайте пройдемте по более центральной части. Если у вас есть дети, коляска, то вам здесь будет просто очень удобно. Давайте здесь сначала с бассейна начнем. Вот он комплекс, друзья. Теперь, я думаю, все риэлторы кусают локти, осознавая, что это за комплекс. Потому что я уверен, каждый человек, который проезжал мимо него, думал, интересно, кто же живет в этом комплексе. Вот он большой бассейн,
лежаки, здесь кафетерий, друзья, бар. Летом это все активно работает. Все сделано прям с душой. Это все видно по самому комплексу. Несмотря, что сейчас уже весна, все чисто, все аккуратно. Здесь душевые, сполоснулся и побежал в бассейн. Тут у нас баскетбольная площадка, там далее футбольная площадка. Оказывается, как я и говорю, друзья, я здесь тоже впервые, так что не все здесь знаю. Вот оно, футбольное поле, но оно есть, друзья. Смотрите, как это прекрасно. Это же прекрасно на самом деле жить в таком комплексе. Вот скажите, есть ли в Дубае такие комплексы, то есть комплексы с такой территорией? Я вот не думаю, что там есть. Да, территории есть, но не настолько большие, не настолько они крутые. В основном у них, я как заметил, я очень долго слежу, сравниваю Таиланд, там, Паттайю. И сравнивая, я понимаю, что у них территории как таковой нету. То есть у них вся социальная зона, вот, допустим, детские игровые площадки, там, баскетбольные, футбольные поля, это все внутри здания. Спортивная площадка для наших дедушек, бабушек, пенсионеров. Ну и вообще, это очень удобно. В каких-то городах, бывших странах СНГ, в общественном парке даже всего этого нету. И тут дальше прогулочная зона. Далее покажу вам, друзья, внутреннюю зону социальную, то есть фитнес-зал, сауна, хамам. Также оставайтесь с нами. И вот, друзья, выходя из бассейна, мы заходим в фитнес-зал. Мерабалар. Тут у нас теннисный стол настольный. Также хорошенький фитнес-зал, друзья. Ну, там комната для пилатеса есть. Но она почему-то сейчас закрыта. Вот, друзья. Хорошенький фитнес-зал. Это у меня обувь, друзья, пищит так. Вот тут дядька ушел. Здесь у нас фойе, видимо, вода. Так, здесь у нас... Здесь у нас душевые. Вот. Душевые кабины. Раковина. Санузел. Все, что нужно, все есть. Друзья, комплекс с собственной остановкой. С подземным паркингом. С огромной автостоянкой. Давайте смотреть, друзья. What's up is down, what's left is right.
Where do you go to? Where do you go?